Ну вот, отлично, отлично, управляй, не суетись. Подтягивай его к себе. И теперь назад. Газ чуть-чуть убавь. Управляй, управляй, управляй. Все, разворачивай. Пробую держать нормально. Все, поздно. А я бы его мордой попробовал подтянуть, вот когда он у тебя далеко был, ну прямо стоял. Слышишь меня? Слышу. Я бы его попробовал мордой подтянуть. Просто у меня опыта реально мало, боюсь, что это не сможет. Не, ничего, ну можно было попробовать. Вот даже сейчас его потерял немного. Зеркальность хреново отработана. Тяни, тяни, молодец, молодец. Успокойся, успокойся. Что ты делаешь-то? Тяни его к себе, успокойся. Блять, у тебя что-то реально стоит. У тебя тарелка вообще правильно стоит? Ну правильно, ровно сейчас. Я смотрел перед этим. Ну а что, такие руки шаловливые, что ли? Вот куда его тащит-то, блядь? Это я так, я зеркалить плохо могу, поэтому что-то это... Сейчас я сияю, сейчас я нахожусь. Я вперед-то временами иногда, вот когда вот даже ко мне идти, когда надо было расходить. Hey!
Нет, он сам чуть повернулся. Я джойстик не трогал. Я тарелку пересмотрю еще вечером. Я ж тебе про это и говорю, что-то как-то нереально его в сторону тянет.